Если ты хочешь получить эту супер-классную и крутую машину, которая умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится, я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и сегодня мы находимся на карте Granny 3. Вот ее дом, вот эта деревня, ребята. Я видел, многие просили, чтобы я записал очередной троллинг на этой карте. Я дождался, пока Granny окажется здесь, ребята, и сегодня я буду троллить бабку Granny кроватью. Да-да, я стану кроватью и буду ее троллить. Ну а вы, ребят, пишите в комментариях, кем еще стать, чтобы можно потроллить бабку Granny. Кем хотите, может быть, я думаю, стать каким-нибудь овощем, фруктом в следующей серии. Потроллить ее, может быть, арбузом. В общем, ребята, пишите, кем вы хотите, чтобы я стал. Так, ну а мне сейчас сначала надо выпить зелье невидимости. Так, невидимости. Так. Вот такой, ребята, во. Отлично. Сейчас мы ее сразу пьем. И пойдемте, чтобы полностью, ребята, наблюдать за процессом. О, отлично. Теперь она меня точно не увидит. Погнали. Так, кстати, ребята, вон тот маяк уже стоит. Бабка Грэнни тут наводит марафет, кто говорит, что вот тут бабка ничем не занимается. Да, она тут занимается постоянно, ребята, чем-то. Если хотите, я могу сделать обзор и этой карты. Ну, а сейчас надо найти, где же эта старуха сидит. Так. Может, у тебя в комнате? Ну-ка, ребята. Нет, в своей комнате нет. Так, ну-ка. Где же она, ребят? Давайте пойдем посмотрим. Страшновато, если честно, вдруг она меня заметит. Так, и чё? Здесь ещё тоже нет. Как навоняло. Так, надо выйти отсюда. Закрываем дверь. Пары. А, она в зельеварке, что? Ужас какой. Так. О, что? Так. Опять припёрлась. Чё? Я говорю, опять ты припёрлась. Чего? Кто припёрся? Ты припёрлась сюда. Так, я не поняла. Закрою окно. Жители, это вы? Закрыла окно, нормально все. Не дует хотя бы. Ничего не поняла, никого нет же. Так, и шторки закрою. Эй, ты кто? Я она. Она? Зинка, ты что ли? Я не Зинка. А кто? Меня ты называешь мягкой и пушистой. Чего? Кого ты что, кошка, что ли? Вот ты старая. Кого ты называешь мягкой и пушистой? Дуську? А еще кого? Все, больше никого не называю, поэтому не надо тут бабушке чесать. Ага, каждый день меня. О, моя сладенькая, наконец. Опять чё? Пришла. Че ты сюда пришла? Какая сладенькая, ты че несешь? Блин, я тебя... А кто закрыл? Закрой окно. Я не поняла, если бабушкина комната, значит, я открываю окно, значит, надо открывать. А я закрываю окно, здесь я нахожусь чаще. А я открывать-ти. Вот именно, не ходи по мне. Так. Еще раз сейчас наступишь на меня, я тебе на голову наступлю, вот и пока. Так, я сейчас не поняла. Это сейчас кто-то тут был, да? Так. Так. Тихо, я ребята. Спрашиваю, кто тут есть. Я если тут стою. Через 30 секунд вы мне не скажете, где вы? И кто со мной разговаривает? Я вас вычислю сам. А что меня вычислять? Я в твоей комнате стою. Так, в моей комнате? Наконец-то. Как ты меня поставила, так я и стою. Где ты? Ну, за тебя. В смысле? Правее. Ты что несешь? Правильно, выйди в окно, выйди. Так, я не поняла. Так, а там кто стоит? О, отлично. Так, я сейчас не поняла. Ребята, меня это уже начинает бесить, я сказала! Да ты меня тоже бесишь, когда скрипишь на мне всю ночь! Иди отсюда, это моя кровать! В смысле твоя кровать? А ты кто? Я кровать! И а это ты... я! Кровать? Это твоя кровать? Да, это моя кровать, не ходи по ней! Уйди с меня! И прыгаю! Это моя кровать! Тогда я ухожу! Куда уходишь? Буду стоять здесь! Да? Да. Так сказать, за что? Аривидерчи! Отлично. О, нет, ухожу. Куда уходит? Так я сказала, ты будешь здесь. Бежим. Я сказала, здесь. Убегаем. Так. Скорее. Так кто надо мной издевается, я сказала? Нас не остановить. Кого не остановить? Я сейчас вас всех остановлю нафиг. Ты не остановишь нас. Так, ну все, сейчас я
вам покажу. Так. Сейчас вы у меня все будете. Мы хотим нормального к нам отношения. А не то чтобы. К работе не разговаривай, поэтому. Ты каждый день спишь на мне с грязными ногами. Так, быстро выходите отсюда. Кто тут есть и кто со мной разговаривает? Так, и не надо Так, ну все, надо осветить. Все, сейчас бабушка придет. Первый балет, ладно. Я хочу тут стоять и буду тут стоять. Хорошо. Так, возьму зейку. Так, ага. Так. Сейчас я вам покажу, где Ракова зимует. Так, что-то кровати разбушевались, да, значит? Разбушевались. Так, ребята, что она хочет? Интересно. Покажу. Так, где ты? Все, я ухожу. Вот и вали давай отсюда, кто бы ты ни был. Кровати не разговаривай, значит, это не кровать. Я не больше ты на мне спать не будешь. А я буду жить здесь. Где? Здесь, на улице. Позову своих друзей кроватных. Это что, бабушка, кто-то разыгрывает, что ли? Я не поняла. Ты не сможешь нас убрать. Да я все смогу, я сказала. Хорошо. Это что за вообще такое? Мы встанем в ряд. Так. Так, это что это такое? Да что происходит? Что за чертовщина? Смотрите, вот это уровень. Вот так-то мы и постоим. Сейчас я тебе постою, я тебе сейчас так постою, что ты офигеешь просто! Я не офигею! Это что, я О, слава тебе, Господи! Стоять! Так! Тихо! Слышишь ты, мягкая и пушистая, сейчас я тебе покажу мягкую и пушистую, будешь ты лысая! Ха, не буду лысой! Все! Фу! Так, ребята. Точно сошла с ума! Какой-то кроватью со мной разговаривает. Захватим твою самую драгоценную комнату. Чего? Ты что сказала? Слышишь ты? Так. Я тебя захвачу. Так, не трогать ничего в моей комнате, я сказала. Фу, как тут воняет. Ерундистика. Так, ну все, мне это надоело. Это мы все повыбрасываем. Ребята, что-то он там кидает. Лучше я улечу. Так. Так. Ребята, лучше мне, пожалуй, пока вот и отойти куда-нибудь. Так. Это значит убираем. Это значит убираем. Так. И это убираем, и это тоже. Баба там что-то убирать пошла. Так. Давайте, ребята, ее. Ах, ты решила нас убрать! Я решила вас убрать! Жаль! Это очень жаль! Сейчас я тебе покажу такую жаль! Ну ладно, тогда мы уберем твою зельеварку. Ты что творишь, а? Слушай, а? Ну-ка, быстро вернулся на место! Уже не вернуть, извентиляй. Ах ты гадина. Но если хочешь, я попытаюсь что-то вернуть. Сейчас я тебе верну, Так, если я тебе... Так, по запаху надо ее найти точно. Вот так-то лучше. Все, мы уходим. Все. Так, пойду кое-куда схожу. Так, ребята, интересно, куда она пошла-то? Ничего. Сейчас я его найму, будет он меня охранять. Ой. Сейчас. Ребята, она ко мне, что ли? У меня молока-то нету. Ладно, 20 секунд еще. Подождать. Так, хулиган! Чего, абат? Иди сюда быстро! Ну, сейчас, я тут рыбу ловил. У меня для тебя работа есть, ты где? Ну, сейчас иду. Я тебе сказала, где ты? Ну, вот иду. Читай до трех. Один. Два. Да что? Где ты был? Ну, там бегал, что? Все, пошли со мной. Куда? Я тебе работу нанимаю. Пошли, я тебе сказала. На какую такую работу, баб? Пошли. Так. Ну, ладно, пошли. Короче, будешь здесь сидеть день и ночь. Короче, возьмешь очки ночного зрения. Будешь здесь смотреть. Короче, если ты увидишь... А что с домом-то? Ты будешь меня слушать? Да. Короче, если ты увидишь какую-нибудь подозрительную личность... Ага. Держи. Вот тебе зелье. Так. Ты ее, короче, поднимешь и потом позовешь меня. Ясно? О. Да не меня, Бестолыч. А, понял. Я тебе сейчас только кровать возьму, я же тут спать буду. Какую кровать? Ну, какую-нибудь, или я тут спать не буду. Ты будешь какой спать? Ты должен вообще в оба глаза смотреть. А у тебя, а что ты кровати вынесла? Меня кто-то наегорил. Да?
Да. Какая мягкая кроватка? Куда пошла? Все, пошел точнее. Я тебе сказала, здесь будешь стоять. Ладно, все, стою. Не надо меня бесить, все. Пока, бабка. Я кровать. Все, это не в какие рамы не лезет. Ребята, бабка куда-то пошла. В общем, короче, ребята, я буду здесь кого-то охранять, наверное, бабку от кровати. Но вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.